В блокадных днях мы так и не узнали между юностью и детством, где черта. Нам в 43-м выдали медали и только в 45-м паспорта. И в этом нет беды, но взрослым людям, уже прожившим многие года, вдруг страшно от того, что мы не будем ни старше, ни взрослее, чем тогда.